Друзья, всем большой привет из парка Львов Тайган. И в этом ролике полюбуемся на шимпанзе, которые обитают здесь, в Крыму, в Крымском сафари-парке. Кстати, их здесь несколько, все цирковые артисты, бывшие. Но и в парке Львов Тайган они тоже дают неслабые такие цирковые представления, шоу целые устраивают. И в этом ролике мы с вами как раз их и посмотрим. В домашних условиях не только шимпанзе, но и обезьян в России держать запрещено. А вот в США, допустим, это практикуется. Где-то около 700 шимпанзе проживают в американских семьях. А вот, друзья, какой серьезный парень. Поглядывает и готов, так сказать, на общение, на получение вкусняшек. Любят шимпанзе. Водичку тогда угощают. Ну что, друзья, шоу началось. Весельчак какой. Вот, всем уделил внимание. Только силы. Да, да, да. Зрители в восторге просто-напросто. Лоханулся. Отпускать нас не хочет. И предлагает, друзья, чтобы шоу повторить. Вот, ну для этого нужно водички, правильно. Ну-ка, ну-ка. Водички. Так, желающие тут же появились. Отчаянные девушки, которые готовы достичь шимпанзе, лишь бы шоу продолжалось. Шоу мозгом. Аплодисментов просят. Вот, похлопал, призвал, чтобы его подбодрили. Для артиста аплодисменты нужны. Вот так вот, друзья, такие шоу, как и вот Тайган, практически ежедневно устраивают шимпанзе. И не один раз. Очень многим везет посмотреть на эти. О, какой молодец! Кто кого? Все, шимпанзе и рад стараться. Видит восторг публики. И поржать хотели, скажи. Открывается второе дыхание. Не тут-то было. Ну, надо водичке, дает понять, что надо опять обновить тару. Сейчас, Ром, подожди. Водичку из бутылки шимпанзе обожают просто. Ой, молодец-то какой. Подставляют, чтобы им стаканчик налили. Очень умные. Животные. Целоваться, пожалуй, скажи, буду. Некоторые ученые говорят, что самые умные животные вообще. Подожди. На свете. Ну и человеку самый. Ну все, давай, давай. Родственник. Друзья, мир и добра.